Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега. Настал тот момент, когда мы с вами будем открывать кучу кейсов в новом батл пассе Гаргона. Это будут не только кейсы, которые мы будем открывать за ресурсы, но также вы увидите на моем аккаунте 8500 редких монет Гаргон. Да, я именно сдонатил сюда 8000 рублей. Сейчас мы и на 8000 рублей будем открывать кучу всяких интересных кейсов. А напомню, самые интересные кейсы стоят 1000 монет, то есть 1000 рублей за один кейс. Это нереально дорого, потому что за эту сумму уже в Warface продаются золотые пушки, а мы просто будем тратить эту сумму на то, чтобы просто попытать свою удачу и попробовать выбить какую-либо пушку. Это будет очень интересно, потому что мы также сравним шансы, с чего лучше выпадает, именно с денежных монеток, самых редких, или же за игровые монеты, но которые реально тоже трудно получать. И это не все, дорогие друзья. В этом видео я подготовил для вас еще несколько аккаунтов, где также мы откроем кейсы Гаргона. Мы все очень старались, потели, чтобы насобирать кучу ресурсов, чтобы сделать для вас, дорогие друзья, этот офигенный ролик, где я покажу вам, насколько тут можно офигенных пушек повыбивать. Так что от себя прошу, просто возьми, поддержи это видео своим царским лайком, подпишись на канал, напиши в комментариях, что по этому поводу думаешь, а также расскажи друзьям об этом ролике. Погнали! Друзья, для новичков Warface вы можете создать аккаунт сразу с топными пушками и лучшим снаряжением. 6 пушек магмы и 4 лучших в игре шлема магма. Для этого переходи по первой ссылке в описании, крути рулетку, в которой всегда выпадает магма, и получай призы. Регистрируйся и заходи в игру, весь донат будет ждать тебя уже на складе. Чтобы быстрее прокачать, привяжи телефон к аккаунту и получи випку. Также можно пройти опросы, за них также тебе дают випку. В описании тебя ждет много крутых ссылок с бонусами и донатами. После регистрации аккаунта обязательно забери и прокачай себе топовый аккаунт. Сначала давайте начнем просто с обычных кейсиков. Вот так вот возьмем, нифига себе, тут смотрите, за победу уже... А, тут за победы, в принципе, все получено. Видите, все нормально. Кейс за победы нереально крутой. Видите, тут просто насколько легко можно все это дело получить. То есть, топоры, 2 топора, 2 ТЭК-9. Замечательно. Изи, так скажем, очень быстренько. Еще до конца батл пасса довольно большое количество времени, поэтому как-то так. Сейчас у нас тут есть, получается, неплохое количество. Смотрите, даже Гаргона не осталось немножко. То есть, еще не накопить, и можно будет кейсы за Гаргона открыть. А тут это не донатилось. То есть, это просто как-то нафармилось само по себе. Поэтому давайте их тратить не будем, а оставим на следующий ролик, когда накопится 1000. А пока откроем 2 кейса по 3000. Какие тут самые сексуальные кейсы? По-моему, вот такие скины меня больше всего возбуждали. Но, блин, тут так много всякого говна. Но смотрите, СВ Медуза, Сиг МПХ Медуза, М17, Килтек Медуза, твою насрал, как у меня на него стоит? Что-то вот в этом кейсе. А, ну тут то же самое, только в других камуфляжах. А тут, кстати, 2400 стоит, но тут могут выпасть обычные скины Гаргона, не обязательно элитные, поэтому я считаю, вот этот кейс мы, дорогие друзья, сегодня с вами откроем. Это очень волнительно, потому что одно открытие подобных кейсов, вы только вдумайтесь, стоит 1000 рублей. Погнали, детка, давай, сука! Это же... Ладно, хорошо, это только первый кейс, но это просто, сука, сраный свал! Сраный свал, ладно, как будто я реально рассчитывал на что-то другое с первого кейса. Окей, а свал нам вы... Сука! Хорошо, хоть он галочкой пометился, ну блин, тут есть... А, ну еще АК-47 есть гексагон. Замечательно будет, свал, а потом АК-47. А, нет, тут еще куча всякого дерьма, если берет, а если... Ой, мах... Ой, твою... Ой, не-не-не, пожалуйста, Warface, просто реально столько задротилось, столько выполняло задания для того, чтобы... Ну точно это не айсвал гексагон дал, серьезно. Это все делалось намного для больших целей, Warface. Да, сука, ты серьезно? Да ладно, бери это, твою мать! Просто, вы прикиньте, за 1000, за 2000 рублей получил берету и получил айсвал гексагон. Не, если эти кейсы сравнивать с кейсами за победу, за которую реально можно даже бесплатно пропуски забрать кучу всякого годного дропа, это просто полная жопа. Ну, кстати говоря, смотрите-ка, кейс за победу еще можно открыть на другом аккаунте. Ремингтон гексагон 3 часа. Тут тоже, по-моему, за победы все получено, потому что, чтобы нафармить множество этих самых монеточек, нужно очень много играть. И победы сами лезут в карман, и, как видите, на этом аккаунте тоже все... Открыто. Давайте тоже тут, не знаю, нет, давайте тут... Не, подождите, стоп, тут один кейс уже открывался. Да, значит, нужно продолжать этот кейс добивать, потому что, видите, тут в этом кейсе уже выпал Ремингтон 870 раз. Так что сейчас... Твою мать, сколько тут говна, реально, сколько тут говна, блин! Не, ну этот кейс реально нужно было делать, мне кажется, ну, без уж такого говна. Да, тут, конечно, много всего навсегда, но... Реально, куча всякого дерьмеца точно присутствует. Давай, деточка, просто, сука!
М45, твою мать! Это просто жесть. Я не знаю, если у меня сейчас с моих по 1000 рублей будет это говно падать, у меня точно жопа сгорит. Это просто жесть. Вы видите, с 3 кейсов падает варбаксовое говно. Это вообще ни хрена не смешно мне. Это прям вообще как вообще категорически это не нравится. Давай дальше, смотрите, как совпадение везет. Это камуфляж странный. Камуфляж для Tomahawk Gear. Ну ладно, это за победы кейсу, за победы. Тут мало побед покапнуто. Все равно, как бы, когда-нибудь все дело это получишь. Ну, не знаю, давайте что этот кейс пока тут не очень таки счастливый. Поэтому давайте попробуем кейс с этой медузой открыть. Гексагон или как-то. Ну, скинами медузы они вроде называются. Они тоже вроде прикольные, неважно. Если ты это выбьешь, это главное, нужно пытаться как минимум, как максимум быстрее продать на торговой площадке. И все. Остальное просто неважно, детка. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, 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 давай. Сука, это рофл какой-то. Это просто какой-то рофл. Да ну нахрен. Они серьезно, блин, что ли, сделали то, что пока тебе все варбаксовое говно не выпадет, нормальные пухи не вообще не начнут падать. Это просто жопа. Не, реально, если они сделали, как и в победном кейсе, пока тебе все говно не выпадет и не будет падать нормально, это просто бред сраный. Ну как это так? Зачем? Ну, типа, какой смысл что-то открывать, и тебе это все постепенно? Сначала варбаксовое говно, потом только что-то крутое. Почему тебе с самого начала не можешь выпасть замечательный, великолепненький, вкусненький АК-12? Даже не знаю. Ну, мне эти скины больше синие импонируют, поэтому, пожалуй, ну, просто пожалуйста. Ну, дай мне хоть один донат с бесплатного, ну, реально. Ну, что за херня? Ну, 1000 рублей. Они сделали цену в 1000 рублей. 1000 монет, купить валюту, 1000 рублей. Ну как так? Как такие шансы могут быть? Я не понимаю. Столько задротить, чтобы получить какое-то варбаксовое говно. Давай, малышка, давай! Да ну ты задолбал, сука! Твою мать! Ну что это за хрень вообще? Я не понимаю просто, у меня сейчас жопа сгорит. Ладно, тут нужно выбрать 100% один кейс. Если даже мне сейчас будет выпадать одно говно, я надеюсь, то, что я дойду до доната. Хотя бы до доната, потому что это вообще ни хрена не смешно. Ладно, буду синенький открывать, потому что вроде со всех кейсов выпадает говно. Одно и то же говно, поэтому ладно. Смотрите, у нас есть 2 кейса за игровую валюту, которую я честно своим способом накопил, и 8000. Давайте посмотрим, с чего нам больше повезет, предлагая первый кейс открыть именно за бабки. Потому что все те кейсы нам выпадало в первом кейсе варбаксовое говно. Предлагаю открыть за бабки 1000 рублей кровных заработанных. Это больно, сука! Я думал, это хотя бы типа престиж. Это, сука, с Фабармс от 8 про гексагон. Твою... Да что за хрень? Ну, блин, ну серьезно, что ли? Что-то в глаз попало. Опять свои бабки все просаживаю. Ладно. Первая пушка выпала говно. Хорошо, допустим, когда ты открываешь первый кейс, я по-любому выпадет говно. Давай. Второй кейс открываем за уже внутриговую валюту, которую мы реально долго копили. Давай, детка. И... Ебать мой, хуй мне в очко! Чего? Серьезно, сука? Ты рофлишь? Что? АК-12, медуза, что? Открывайся, торговая площадочка, АК-12. АК, не 21, 12. 12 тысяч кредов, сука! 12 тысяч кредитов, сука! Серьезно! А прикиньте, а когда с Гаргона 16 тысяч кредов стоит? Это что за хрень? 12, мать его, тысяч кредитов! Со второго кейса! Серьезно! Да ну! Да ну! Самый серьезно офигенный предмет, который может тут... Ну, на самом деле, Killtech 6, М17 и GMBX, ладно. Надо ESV, то есть TrueV. Ладно, этот кейс нужно по-любому додаивать. Ну, блин, реально! Еще с реальных, типа, игровых монет выпал навсегда. Я не знаю. Да ладно! Я реально, я просто в шоке. Я не знаю, как это, дорогие друзья, описать, но я просто в шоке. Все, будем давить этот кейс. Только этот кейс надо давить, потому что... Уже 2 награды получены, и сейчас мы, когда это все дело потратим, уже заберем большинство наград. Давайте за бабосики снова откроем и... Макпул, да ну, серьезно! А че, мне что, под... Мне подкручивают, серьезно! Это, ну, типа, Макпул, не самое говняное говно, которое может выпасть. Пипец, смотрите, сколько еще говна тут... Айсвал, АК-47, Ремингтон раз, сколько еще говна может выпасть мне... Мне выпад... А сколько Макпулик-то стоит? Нет, честно, это не прям... Самое говно... 800 кредов стоит. 800?
Нормально, правда, потратил я 2000 кредов, получается. Ну, мне просто нравится то, что мне выпадает не варбаксовое говно пока. Мне это прям реально нравится. Так, давайте эти 3000. Может, напоследочек? Не, давай. Может быть, не, давайте сейчас! Может быть, снова что-то вывод! Рэм Глабертикас. Вот я просрал все свои монеты. Но у меня еще на 6 кейсов есть деньги. 6 кейсов, 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. Просто 6, сука, тысяч рублей. Я беру, как батя, открывай кейс. Сука, айсвал гексагон, пошел в очко. Ну ладно, в любом случае бы выпал, потому что его надо закрывать. То есть, чтобы галочка пометила, чтобы потом выпадала одно годнота. Ну, ребят, реально, говна становится все меньше и меньше с каждой секунды. Вы видите, говна все меньше и меньше с каждой секунды. И я просто продолжаю отдаивать его. Ладно, все хорошо, говна стало еще меньше в этом кейсе. Прошу заметить, еще меньше говница в этом кейсе осталось. Остался здесь прямо говна, это только Ремингтон. Блин, Сайенс, Игас, не-не, говница еще, ладно, достаточно. Надеюсь, что мне сейчас повезет и... что-нибудь покруче выйдет. Пожалуйста, Warface. Давай еще SIGMPX мне. Просто SIGMPX. А, сука, 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 сука. Ну нет, ну не читай так же, твою мать. Ну не читай так же, блин. Блин, ну АК-12, конечно, выпал сколько раз? 2, 3, 4, 5, 6, 7 пушек мы пометили уже с галочкой. То есть 7 пушек вы, наверное, всего за... если будете за монет открывать, всего, наверное, за... весь боевой пропуск откройте. Не знаю, я правда не читал, но мне кажется, где-то 7 пушек, потому что по 3000 там в неделю, то если не все задания еще делают. Хрен его знает, короче, погнали на мужика, открываем дальше. Стейр скаут, что это за дерьмо, я когда это увидел, это что такое вообще? Что за моделька офигенная? Не, ну скаут тоже, наверное, недорого стоит. Ну да, 863 кредита, тем более их больше 1000 штук, видимо, люди, которые открыли, им повезло. Ну блин, блин, два кейса у меня осталось, два кейса, дорогие друзья, осталось, и говнеца еще, в принципе, достаточно. Мне интересует, конечно, вот эта вот ветка оружия, которая выглядит, ну, нереально круто, и которые сами по себе пушки нереально крутые. Детка, давай, я еще себя так плохо вел в этом году, давай мне СВ, SIGMPX, М7, нет, вот эти все предметы, они охрененные, поэтому давай, просто выпади! Да сука! Ну так, блин... одна коробка осталась. Не, ну, говнецо я все убил. Если я продолжу делать задание дальше, если вы реально поддержите этот ролик своим царским лайком, расскажете друзьям, поставьте кучу лайков, я буду копить дальше. Я прям додаю этот кейс полностью. Этот кейс у меня полностью весь в галочках, сука. Весь в галочках будет, когда мы следующее открытие кейса будем делать. Я насобираю на других аутах, на линках насобираю кучу кейсов, ресурсов. Закроем полностью этот кейс, не знаю, может быть без доната даже получится закрыть кейс, но думаю, если вы сильно захотите, чтобы додаить этот кейс, то есть дальше, если останутся одни вот эти вот предметы, то есть по 1000 за этот кейс, это уже будет нормально. Последний кейс, дорогие друзья. Фух, просто давай, просто возьми и дай мне, детка, просто возьми и дай мне СВ-шку, да сука, твою мать, бери это, как я про тебя забыл. Ну нет, не-не-не-не-не. Ну чё галочки им осталось? Айга... из говна осталось Айга Спайк, М45 гексагон, и все, и все. Из говна осталось только М45, Айга Спайк, и все. Остальные пушки, вы представляете, все будут падать, абсолютно все дорогие, абсолютно все классные. Это будет просто полная жопа! Все остальные пушки будут нереально просто имбой, который будет нереально дорого стоить, поэтому... я хотел еще достижения. Пошли не в жопу эти достижения, потом за 50 кредитов куплю на торговой площадке. Лучше поднакоплю и просто додаю этот кейс полностью. Просто возьму с него все то, что брал Warface из меня. Также буду апать все победы, еще с этого кейса себе все заберу. Фух, не, на самом деле, дорогие друзья, я доволен. Потому что выпало как много всякого говна, но на втором кейсе АК-12 Медуза, дорогие друзья. АК-12 Медуза на втором кейсе. Такого я реально не ожидал. И я реально в шоке, я реально доволен. Конечно, 8000 рублей того не стоит. Но если это все продать, может быть, хотя бы немножко куплюсь. Но зато, когда следующие, я пойду открывать кейсы. И там уже все галочки получу. Будет реальный полный трешак. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Все ссылки есть в описании, обязательно загляните. И подпишитесь на рассылку новых видосов, чтобы никогда не пропускать новости Warface и мои новые видео. С вами был Серега, благодарю всех за просмотр. Мы с вами увидимся, всем удачи, всем пока.